Возможно, обрушение. Такой вердикт вынесла специальная комиссия в отношении торгового центра «Зори Урала». Он занимал два нижних этажа в доме по Карла Маркса 164. Владельцам направили уведомление, согласно которому они должны были провести демонтаж в течение 10 дней. Его сегодня необходимо либо оградить и обеспечить его охрану на постоянной основе, да, то есть либо его демонтировать. Несмотря на это, собственник так и не демонтировал опасные конструкции. Поэтому в ситуацию вмешались чиновники. На место комиссия выезжала, провели осмотр и увидели, что собственникам никакие меры по демонтажу данного объекта не предпринимались. Соответствующие действующим постановлением процедура сегодня будет вынесена, что имущество данное будет изъято, и уже силами администрации будет оно произведено демонтаж. Работы уже начались. В мэрии отмечают, этот этап будет не таким масштабным, как демонтаж пострадавших подъездов. А потому дискомфорта жителям, которые вновь вернулись в свои квартиры, доставить не должен.